Здравствуйте, друзья и гости канала Airzone Game. Сегодня мы с вами зайдем и еще раз посмотрим на проект Asgard, на который я недавно делал обзор. Но поводом для моего повторного визита явилось то, что этот проект практически полностью переделан. Да-да, он переделан. И вот можно даже сейчас заметить, что такой вот остров, называемый в простонародье Крым, утоплен под воду. И вот таких вот изменений здесь очень много. Ну и давайте, наверное, уже будем заходить на сам проект, чтобы убедиться своими глазами, что же здесь изменили и насколько стал лучше проект или хуже, может быть. Ну, я не знаю, что может быть хуже стоковой карты. Ну, а, в общем-то, мы коснемся еще того момента, когда я заходил сюда первый раз. Нас встречает город Кавала, но на этом проекте он называется не Кавала, а Асгард. Ну, решение, я бы сказал, немножко спорное, потому как все остальные названия этого проекта греческие, а вот этот город почему-то носит скандинавское имя. Ну, так уж решили авторы. И к тому же, что этот проект только еще в самом начале своего развития. Здесь примерно изменено и сделано то, что задумано авторами всего процентов на 40, может быть 45. То есть еще очень многое здесь будет меняться и добавляться. Поэтому мы видим только начало переработки этого проекта. Ну и вот как он выглядит. Сейчас я вам показываю ночной вид этого города. И, ну, уже можно заметить, насколько здесь все красиво. И я бы еще сказал, что, ну, видна рука мастера. Я бы сказал, такой узнаваемый почерк. Например, если вы видели проект Аполлон, вторую его версию, то, ну, слегка, наверное, напоминает что-то, да, потому что, в общем-то, как я сказал, почерк мастера виден. Разработчик и дизайнер проекта, в общем-то, один и тот же. Потому и сходства есть, такие же, как и на Аполлоне, и такие же здесь. Вообще, очень много интересных решений здесь, которые мы сейчас с вами посмотрим. Ну, а пока вот такие вот виды. Ночные, дневные виды. Все на самом деле достаточно приятно. Надо сказать, что проект изменился только косметически. Механики, скрипты, все это классические. Здесь каких-то особых изменений ждать, наверное, не стоит. По крайней мере, в ближайшее время. Ну, а вот, например, для того, чтобы было сравнение с чем-то, да, вот как выглядел этот проект, когда я заходил на него первый раз. Ну, и сделал такой вялый, комканный обзорчик, потому что говорить было не о чем. И действительно, вот что стало теперь. И теперь уже можно на что-то посмотреть, что-то показать. Может быть, это тоже не прорывной проект, но тем не менее, теперь уже хотя бы визуальное какое-то наслаждение можно получить от того, что мы видим. Это не желтый устаревший Алтис. Это вот такие вот виды. И говорю я так потому, что эта карта приняла другой облик. Она теперь не желтая классическая, а теперь она зеленая. Поменена вся растительность. Теперь начиная от пальм кипарисов и заканчивая соснами, елками и березами, взятых с проектов Ливония. Как я сказал, проект не прорывной, и каких-то особых интересных механик, по крайней мере на данном этапе, я вам показать не смогу. Это обычная арма. Вот обычные скрипты. Я покажу там какой-нибудь кусочек фарма, например. Но в принципе ничего такого пока здесь нету. Но есть очень много интересных, красивых мест, которые просто могут порадовать ваш взор. Вот про них-то я и хочу вам рассказать. Вот одно из них. Оно не имеет никакого смысла, в принципе. Это бессмысленная такая вот конструкция, сделанная из груды камней в виде кольца, а в середине вот такой вот типа парка развлечений, где вы можете посмотреть на алтийскую архитектуру, только очень маленькую. Не знаю, честно говоря, как это сделали, но выглядит это прикольно. Я видел уже в одном обзоре нечто подобное, ну и вот на этом проекте тоже есть такое же. Можно походить, посмотреть все. Это действительно интересно. Где вы еще увидите алтийскую архитектуру вот таких вот крохотных размеров? Но не только крохотные размеры здесь есть на этом проекте. Можете посмотреть и вот на такие вот гигантские фигуры тех же самых персонажей, принадлежащих армии, и той же самой архитектуры. Да, это, как я и сказал, не имеет смысла, но это доставляет какое-то вот удовольствие, когда на это смотришь. На каком проекте еще вы это увидите? Просто ради того, чтобы на это посмотреть, можно зайти на этот проект и что-то побегать, посмотреть своими глазами.
Но не только отчасти бессмысленными и увеселительными местами теперь блистает эта карта. Есть и более серьезные изменения, и со слов разработчика, этим изменениям подвергнутся абсолютно все места, на которых будет происходить какая-то добыча ресурсов. Вот, например, одна из точек, которую вы уже, наверное, и не узнаете. А это место добычи меди на стандартной карте. Посмотрите, что с ней сделали. Со слов разработчика, абсолютно каждое место добычи ресурсов будет изменено и будет подогнано под смысловое значение. То есть, если это шахта по добыче, значит углубление. Если это какой-то ресурс, который добывается путем бурения, значит скважина. И в общем, все точки будут изменены и подогнаны под одно смысловое значение. Больше мы не будем собирать нефть в чистом поле. Ну, это заверяет автор данного проекта. Я же побывал на нескольких точках, и да, действительно, вот как они выглядят. Вы сейчас это все видите. Ну и наравне с точками добычи и переработки хотелось бы затронуть и тему ЖКХ, то есть жилищно-коммунального хозяйства данного сервера. Тут автор тоже подошел креативно, и я считаю, что достаточно правильное решение. А заключается оно в том, что автор подошел к отдельным строениям очень индивидуально, и эти строения может купить в принципе любой игрок. Это не какие-то виповские дома, в основном это, к сожалению, та же самая алтийская желтая архитектура, но места выбраны и обработаны эти места очень интересно. Вот сейчас вы видите несколько из таких, которые я успел посмотреть дома, который автор поставил отдельным особнячком, сделал вокруг них какой-то отдельный, интересный, уникальный пейзаж, и это все доступно игрокам, которые придут и будут здесь играть. Это не какие-то виповские дома, нет. Это может купить себе каждый. Таких домов на проекте очень много. Все я их показать, конечно же, не смогу, но вот какие-то вы можете сейчас видеть. Вот такие вот виды из этих домов открываются, и в таких вот местах, интересных, уникальных местах, они стоят. Также есть и модмейкерские строения, которые мы встречали уже на некоторых проектах, но тем не менее и здесь они есть, и вот сейчас они выглядят вот так вот, но в дальнейшем вот эти стекла, чтобы дома не выглядели как аквариумы, автор затонирует, но это будет чуть позже. Также автор хочет и ввести хотя бы для пробы мебель, которую можно будет ставить вот в этих вот домах. И я думаю, что тогда дома заиграют вообще в другом свете. Но это будет в виде эксперимента, потому что мод с мебелью – это достаточно сложная штука. Ну, не будем о грустном, а давайте двигаться дальше. И мы уже посмотрели на то, как изменилась карта, процесс переработки ресурсов, точек добычи ресурсов, жилья на этом проекте. Ну, а далее у нас по плану, наверное, автотранспорт, который тоже в корне здесь поменен. Если кто смотрел первую часть этого обзора проекта Асгард, то, наверное, слышал и видел, что я там говорил, что стандартный набор. Так теперь вы можете заметить, что машин стало, во-первых, в разы больше, и это еще не весь парк, который собирается добавить автор. Сейчас вы видите стоковые машинки, я их буду прокручивать очень быстро. Единственное, что мне здесь не нравится, это то, что машины стоят все в белом цвете. Ну, естественно, что каждую машину я перекрашивать не буду, это займет просто огромное количество времени. Быстренько будем их прокручивать, но вы можете заметить, что белая и цветная машина сразу же отличается. На цветной машине сразу же виден рельеф той самой машины и кузова этой машины, а на белом это вот как недоделанная моделька. Не понимаю, зачем авторы ставят именно белые машины. Я об этом говорил уже неоднократно. Но это вот что касаемо стокового транспорта. А вот как, например, выглядит здесь магазин VIP автомобилей. Кстати, если говорить про VIP-ку, то ее дается VIP-ка всем, кто заходит в первую на неделю, по-моему, VIP 4 уровня. Прописывается каждому, кто заходит. Прописывается не автоматически, а именно автором или администратором данного проекта. То есть, если он здесь присутствует, то VIP-ку вам пропишется. Но, тем не менее, смотрите, как красиво сделан магазин. Я, честно говоря, такую модельку не помню. Ну, скорее всего, что просто забыл. Наверное, я ее уже видел, но
Магазинчик мне понравился. Ну и вот транспорт, который представлен в VIP-магазине. В VIP-магазине есть еще и одежда, которая тоже здесь есть интересная, уникальная, вот в которой я бегаю, я ее себе купил. Такой одежды я еще не видел, но, в общем-то, здесь она есть. И да, и добавлено всего, по-моему, два вида одежды, все остальное это замена текстурок на разные цвета, но все равно и даже это, в общем-то, вызывает какое-то удивление и какие-то приятные ощущения, что хоть здесь я увидел какие-то новые модели одежды. Ну а так, в принципе, все то же самое. Вот таким вот образом выглядит магазин, и вот такой вот транспорт сюда добавлен. Ну и переходим на грузовики. Грузовиков пока немного, но по заверению автора в ближайшие дни будет добавлено еще порядка 5, 8, а может быть 10 каких-то моделей. На первом своем обзоре я говорил, что ну, транспорт весь стоковый. Там были КАМАЗы, Хенты и тому подобное. Там МАЗ, который я взял на обзоре. Здесь же, как вы можете заметить, добавлены ну, какие-то иномарки. И вот одну из иномарочек мы посмотрим. Вот, например, вот эту. А то есть грузовой фрайлайнер. Ну, остальные машинки, я думаю, всем знакомы, хотя все равно приятно их видеть на этом проекте, так как они все-таки лучше выглядят, чем тот же КАМАЗ или МАЗ, уже приевшийся всем. Есть и вот и помойная машина, но я уверен, что никакой миссии с этой машиной нету. Это просто грузовик, в котором вы будете перевозить свои ресурсы. Много видов покрасочек. Ну, в общем, транспорт вы видите. Еще раз скажу, что в ближайшее время автор сказал, что добавит еще какой-то пак автомобилей. И, скорее всего, это не будут стандартные Зилы, КамАЗы и тому подобное. Ну, а мы переходим вот к этому фрайлайнеру. Такой машинки я просто не видел, поэтому мне было интересно ее рассмотреть поближе. Да и к тому же экономика на этом проекте очень мягкая. Я имею в виду начальную экономику. Вам дается 50 тысяч, на которые я смог купить вон тот зеленый красивый автомобильчик легковой. И вот этот фрайлайнер. Ну, для того, чтобы просто его потестить и посмотреть, что это вообще за машинка. Ну, и надо сказать, что машинка, в принципе, выглядит неплохо. Но только снаружи. Внутри это такая какаха, я бы так ее назвал. Потому что очень похожая, кстати, приборная панель от... Вернее, не от, а из игры GTA 5. Вот там все машинки сделаны вот с такой вот приборкой. Только здесь она размазана. И можно заметить, что, например, сиденье сделано очень качественно. И видна даже текстура кожи. Действительно похожа на кожаную. А вот приборная панель полнейшая размазня. Ну, а что касаемо ходовых качеств этого автомобиля, то мне очень понравился. Во-первых, машинка хорошо управляется. Во-вторых, у нее очень прикольный накат. Нажимаешь один раз W, и она так долго-долго катится. Ну и скоростные характеристики у этой машинки тоже очень приятные. Она выжимает примерно 120-140. Ну, по-разному. Там, в зависимости от рельефа местности. Но, в принципе, это не какие-то машинки, которые носятся вот 90-100. Я вот на таких пытался фармить. Это очень здорово раздражает. Все-таки скорость 120-140 это нормально для грузовика. Больше, конечно, уже, наверное, будет перебор. Ну, в общем, вот такая вот машинка. Мне она, в принципе, понравилась. И раз уж я затронул тему фарма, то немножко его коснемся. Ну, говорить здесь особо и не о чем. Стоит достаточно сложная и древняя схема фарма. Это три удара киркой левой кнопки мыши. Потом собираем какие-то объекты, ну, которые вы сейчас видите. Объекты новые, а то, что они выпадают по два, это заслуга випки, которая дается в самом начале, когда вы приходите. Потом, естественно, не будет выпадать по два вот этих вот фрагмента. Ну, а переработку я даже не поехал. Наверное, и так все понятно. Да и в целом, наверное, надо уже сказать, что надо закругляться и заканчивать данный обзор. Больше показать мне, в принципе, есть что, но времени просто уже нету. На этом проекте есть еще куча всяких интересных мест и сооружений, и зданий, и есть наброски российско-советской архитектуры, которая потом разрастется в отдельный островок. В общем, здесь еще много чего в планах и много чего можно посмотреть, но, к сожалению, время не резиновое и надо закругляться. Ну, а если вам понравился данный обзор и этот проект, и этот остров, то заходите, посмотрите на это все своими глазами, пощупайте экономику, архитектуру, побегайте, ну, в общем-то, получайте удовольствие. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел, и всего вам доброго.